Дружить с соседями советуют сотрудники полиции. МВД готовится к росту квартирных краж. Традиционно чаще воруют в майские праздники и сезон отпусков. Как защитить свое имущество, полицейские советовали слушателям радио КТРК «Татарстан». Подобные преступления уже совершают 2-3 раза в день, поэтому МВД традиционно накануне длительных праздничных выходных проводит акцию «Безопасный дом». Участковые вместе с коммунальщиками обходят все высотки, осматривают подвалы и дома. А татарстанцам предлагают устанавливать сигнализацию в квартирах или хотя бы подружиться с соседями. Может быть, вы чего-то не заметите. А ваши соседи могут сказать, что в течение дня приходили подозрительные ремонтники, стучались в дверь, хотя вы их не вызывали. Наличие царапин на личинке замка, наличие следов масла, еще есть признаки в дверном косяке, могут быть спички, нитки, натянутые на дверном косяке. Это все те признаки, по которым вы можете сказать о готовящемся преступлении в отношении вашего имущества.